Ребят, всем привет! Хотела вам показать, что мы уже сделали в нашей школе и что нам еще осталось здесь доделать. Сделали мы уже практически все, но самое главное, что крупные работы уже сделаны. Такие вроде покраски стен, шлифовки, штукатуривания, вот. И всяких таких штук. Остались только приятные плюшки. Это покупка мебели, установка и еще всякие прикольные штуки и гаджеты нам нужно будет купить. Здесь у нас уже никакого хлама не лежит, но чуть-чуточку только. Вот такая вот у нас уже тут красота. Стоит наша импровизированная вешалка. Повесили полочки такие красивые. Стоит джембе вот здесь вот. Но я так думаю, что надо будет еще вот сюда точно что-нибудь поставить. Это будут какие-нибудь цветочки, наверное, искусственные. Люстра любимая здесь поместилась. Лофт стайл. Вот, вот здесь у нас будет зона отдыха, здесь будет барный стул, полочка, тут будет всякая красота стоять, а также кружечки, тарелочки. Вот здесь будет стоять микроволновка прямо на холодильнике, будет чайничек, принтер пойдет у нас в ту комнату на мой стол, пока он стоит здесь. Пылесос мы отвезем, купим маленький, компактненький. Так, двери мы еще не покрасили. Вот такие вот они у нас пока что. Хотим покрасить в черный цвет. Думаю, будет прикольно. Здесь у нас немножко хлама, не обращаем внимания. Все провода мы засунули в гофры и уже их прикрепили к стене. И смотрится все очень круто, ровненько. Осталась только вот дырка у нас, напоминающая о том, что тут было. Но немножко осталось доделать. Вот здесь теперь у нас красота. Прям сразу уже начинается ковролинчик. Подсветка. О, это вообще моя гордость. У нас теперь есть новая опция в студии. Это выбор цвета по настроению. Или под цвет одежды учащегося. В данный момент это желтый. Потому что на улице очень-очень плохая погода. Я вам сейчас покажу погоду. Она очень-очень плохая. И я решила сделать желтый цвет. Погода у нас вот такая. Скорая помощь стоит. Вот, погода очень-очень дождливая и неприятная. Поэтому мы создаем солнечное настроение. Вот такое у нас все крутое, серое, стильное, серо-черно-белое. Здесь будет мой стол. Все-таки решили его ставить не сюда, а вот сюда. Ну, подумали, что так будет визуально больше места и так будет вообще комфортнее. Вот это вот все, что вот здесь вот стоит из мелкого, пойдет на стеллаж, который будет вот здесь. Да, у меня есть маникюр, а это значит, что ремонту пришел конец. Можно позволить себе сделать маникюр. Наши любимые барабанщики, скоро тут будут живые, но это я даже не знаю, в каком выпуске вообще будет. Вот так вот, я уже приготовила место для ученицы. Сегодня суббота, у меня рабочий день, так что будем заниматься. Ой, все забыла. Мой рабочий день закончен, я уже собралась и поеду сейчас посмотрю стол, если мне все понравится. Вот такой вот стол в Хофе. Расцветка вот корпуса под бетон, он так и называется, цвет бетон, а вот здесь белый цвет на ящичках. Вот, и будет стоять вот здесь этот стол. Я так думаю, что должно быть хорошо, прикольно, поскольку мы как раз нацелены на какой-то вот лофт. Я думаю, что должно быть хорошо, как вы думаете? Думаю, надо брать. Цена у него, кстати говоря, приемлемая. 7000.
мой стол, я бегу к тебе. Большая Переяславская улица. По требованию. Вот такие вот красивые здания на проспекте Мира. Проезжаем сейчас Останкинскую башню. Да, мы совсем рядышком к ней живем, так что каждый день ее видим. Тут столы, скажите мне. О, ну это я тут надолго. Народ, ну тут вообще прям очень много всего. Ну, вообще-то нам стульчики барные тоже нужны. Один. Но тут их столько. Мне вот этот понравился. Прям, наверное, я тут жить останусь. Извините. Дома меня не ждите. Ну что, стою, жду Антона. Он скоро приедет, и мы будем забирать стол. Купили не тот, который хотели. Ну, конечно, как всегда. Ой, так переживала, когда делала, когда оплачивала стол. Потому что, блин, я так сомневаюсь. Это просто жесть какая-то. Не потому что стол плохой, а потому что я просто сомневаюсь. Всегда. Он стоил дороже, и... Но он крутой. Он крутой, но я все равно боялась его купить. Теперь я самостоятельно. Прошла до выдачи, я ее нашла. И теперь мне предстоит объяснить Антону, как сюда доехать. Хватит меня ругать, я научусь. Научишься. Я научусь снимать все всегда и везде. Конечно. Я буду молодцом. Вот. Молодцом. Мы купили стол, ура! Мы собрали стол. Это было долго, но интересно. Вот такой вот он кайфовый. Вообще, как мне нравится. Ну, конечно же, это не тот, который я хотела с самого начала. Потому что я пришла туда, в хов, посмотрела и поняла, что этот гораздо круче. Ну, правда, он немножечко подороже. Ну, так, немножечко. Назовем это так. Тот стоил 7 тысяч, а этот 9300 плюс каршеринг. Ну, в общем, в десяточку он вышел. Но он офигенный. Он больше, он длиннее. По глубине он такой же, по длине он больше на 20 сантиметров. И он прям супер крутой. И прям очень кайфово подходит нам. И здесь две тумбочки. Вот такая тумбочка и вот со шкафчиками такими выдвижными. Вот здесь удобно размещается удлинитель со всякими проводочками. Ну, короче, прям вообще ждем теперь кресло. Вот ты должно поехать домой. Назовем тебя креслом. Ты должно поехать домой. И здесь будет офигенное кресло компьютерное. Ну, такое, как бы оно геймерское вроде как. Как сказал мне муж. Но оно не будет, конечно же, выглядеть как полноценное геймерское кресло, но по удобству будет как геймерское. Кайф вообще, круто прям, блин. Ну, жду ваши поздравления, жду, короче говоря. И маникюр мой подходит. Ну, что может быть лучше? Я считаю, ничего. We'll be right back.
что, друзья, на этой положительной и позитивной ноте с новым прекрасным столом мы заканчиваем наше видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что хоть кто-то досмотрел это видео до конца. Я общаюсь не сама с собой. Пишите в комментариях, было интересно или было неинтересно. Всем пока!